Российский композитор и продюсер Игорь Крутой, который родился в Кировоградской области Украины, внезапно выпал из публичного пространства. Он не просто не отреагировал на военное вторжение в Украину, он надолго исчез из всех социальных сетей. Причину такого поведения раскрыл отец скандального певца Филиппа Киркорова Бедрос. По его словам, Крутой серьезно болен и активно борется со своим недугом. Кроме того, по словам Киркорова, которого цитирует российский портал Blitz, вместе с ним борется с болезнью и кто-то из его близких. Поэтому в семье у композитора не самое лучшее время. Киркоров также сказал, что знает диагноз, но озвучивать его не будет. Заметим, Крутой умалчивает о полномасштабном вторжении России в Украину. Лишь в начале войны он разразился заявлением о том, что русские и украинцы – братские народы, а конфликт между странами скоро иссякнет. «Да, Украина – это моя родина, там похоронен мой отец, там живет мой близкий друг Ренат Ахметов. Понятно, что у нас сегодня есть темы для споров, но он по-прежнему мой ближайший друг». Александр Солженицын за много лет до нынешних событий предупредил, что противостояние между Россией и Украиной неизбежно. Как он мог это предвидеть за столько лет? Но думаю, что сейчас между нами не война, а искусственная попытка конвертировать сегодняшнюю неустроенность украинцев в ненависть к России и рассорить два братских народа лет на 100, считает он. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Россия и Украина в ближайшем будущем ждут примирения. Это сделать нелегко, потому что мы интегрированы и ментально, и экономически, и кровно. Да, на время можно посеять рознь, но я очень надеюсь, что скоро наши отношения нормализуются. Уже вижу движение в этом направлении, заключил он русским СМИ. Неизвестно, кого он хотел успокоить. О дружестве народов можно забыть навеки, а об измене украинцев, среди которых есть Крутой, тем более.